Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. И сегодня мы играем в пейнтбол на сервере Hypixel. Я не знаю, что-то я просто так решил немножко поиграть так в пейнтбол. Сейчас немножко так порубаемся. Вообще немножко. То есть 10 я уже просто-напросто забыл, если честно, как в него играть. Ладно. Ладно, да, все, короче, я так понял, что туда вообще как-то лучше даже не высовываться, а просто-напросто на их базу просто так-напросто стрелять. Вот, уже одного убил. Наверное, случайно. А, нет. Я помню, так вот стоял просто-напросто и стрелял в одну точку, и достаточно-таки много киллов заработал. Ой-о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 й, вас там уже забралось на самый верх. Да. Чё-то я, если честно, вообще как-то уже пейнтбол разучился играть. Ай-я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 й. Сейчас куда-то забежим лучше в ту сторону. Во, одного убил. Еще одного убил. Еще одного убил. Еще одного убил. В принципе, 5 киллов у меня уже есть. Ага, так, ладно. Ой, это вообще с какой стороны меня убили? Ой-ой-ой, куда? Ай-яй-яй, бежим опять сюда, в эту точку. Это... О, это что такое? А, нюк. Да, офигеть. Да, раунд такой не очень, можно сказать. Я только 6 киллов имею. Ну, в принципе, сейчас просто-напросто так расстреляю. Я просто еще раз скажу, я уже давно не играл. Ой-о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 й
не знаю, как меня там ТНТ взорвало, но в принципе... В принципе, моя команда и так выиграла. Я сейчас, наверное, опять нажму на паузу и продолжим в следующем раунде. И что ж, мы опять продолжаем, и я опять на этой карте. Я как-то не очень заметил, что я опять там... О, ну прям, прикольно, так убил как-то. Я выстрелил, и он выстрелил. О, еще одного убил. Ладно, короче. Не, ну в принципе, действительно, мне нравится этот режим. Просто я напросто... Долгое время не, ну как, не часто в него играю, поэтому, можно сказать, я уже немножко забыл. Да, о, ну в принципе и так одного убил. А, ну, сейчас, ой-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 
А, ну. О, одного убил. Еще одного убил. Отлично. А ну, я тогда буду просто так-напросто стрелять, 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 стрелять. Кто там будет выбегать, я просто-напросто ему так сразу. Ой-о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 й
откуда они берутся. Так, ладно. Побегу я вот сюда. Опять 7 киллов, как-то не очень много, можно сказать. Опять там ТНТ заспаунились. Вы уже заколебали их спавнить, если честно. Откуда у вас столько этих монет? О, отлично. Так, выбежал. Сразу под эти снежки. Так, 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 так. Ага, убили того, что там сидел. Еще одного убили. А нет, этого не убили. Ну, в принципе, двоих убили. Это чё там за криперы бегают себе?
гуляют. А, нет, этого не убил. Ай-яй-яй-яй. О, убил. Отлично. Первый раз не убил, второй раз добил. Да. В принципе, мы сейчас и так уже лидируем, можно сказать. Я не знаю, что можно... да пофиг. Давайте это попробуем. Убьем кого-то или нет? О, я двоих убил. Ну, с помощью ТНТ. Ой-о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 й. Опять что-то купили там. О, я одного вообще вслепую, можно сказать, убил. Это... А, нет, этого не убил. Там вообще так отлично можно стрелять. Если, конечно, попасть туда внутрь. О-о-о-о-о-о-о, двоих убил, так отлично. Да, ой, так, там уже выбегали из базы. Да, убили. Да, мы опять, в принципе, я так думаю, что выиграли этот раунд. О, я еще одного как-то убил. Ну, в принципе, он там был, да. Мы опять выиграли этот раунд. У меня 16 киллов, в принципе, нормально. На этой карте у меня вроде... Я не помню, сколько было, но не помню. Ну, в принципе, сейчас, наверное, посмотрю, сколько я уже... в принципе, я думаю, еще можно один раунд, как бы третий раунд, но сейчас уже выберу другую карту, чтобы не было опять та же самая. И сейчас нажму на паузу и потом продолжим, да. И что ж, мы опять продолжаем. Это третий... Ой-ой-ой-ой-ой, это третий раунд, да. Фу, в принципе, если три раунда, то два раунда я уже выиграл, и поэтому этот, в принципе, попытаемся выиграть. А ну, я сейчас вообще как бы попытаюсь на их базу пострелять. О, одного уже убил. Отлично. Ой-ой-ой-ой, что-то у меня... О, еще одного убил. Ага, так. Снежки кончились. Да, это три. Фиговенько, если это три. У меня нету столько... Ладно, и так нужно было слиться. Ну, не слиться, просто снежки кончились, а купить я их вообще никак не мог. Фу, поэтому, сейчас, а ну, да, в принципе, можно и так пострелять еще на ихнюю базу. А, может, кто-то там выбегать будет как раз. В принципе, можем так продолжить стрелять на их базу. А, попытаемся вообще кого-то убить. Нет, не убили. Ладно. Купим себе еще. Ой-ой-ой. Да. Короче, зря потратил 3 снежка. Убили. Так как я купил себе снежки, как бы. Не снежка, 3, как бы. А, как это сказать? Деньги, ну не деньги, эти золотые самородки, в принципе, как деньги, можно сказать, чтобы купить себе снежки, и меня сразу же убили. А, что-то, вообще не попадаю, ни в кого не могу попасть. А, отлично. О, мам, я одного убил, и меня как-то вообще убили.
в принципе, у них уже 5 киллов осталось, поэтому можно, как бы, нам еще осталось 3. Тогда сейчас. Ой, успел убить одного. Сейчас у меня 12 киллов, да. И в принципе, я думаю, нормально. 3 раунда мы сыграли, 3 раунда выиграли. И сейчас. Да, видео идет сейчас 10 минут. Ну, в принципе, можно будет делать по 10 минут. Как бы по 3 раунда, да. По 3 раунда можно будет делать каждую игру. И как бы, ну, да, по 3 раунда. И в принципе, все, я думаю, на этом уже можно закончить. Если вам понравился этот режим и чтобы его можно было продолжать снимать, то ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.